У меня расцвел пион, он называется лимон шифон. По сведениям из Америки, он является одним из самых лучших желтых пионов, существующих на данный момент. А раньше он у меня всегда расцветал такими вот такого плана цветками, несколько рядов лепестков, не больше трех. А в этом году он меня порадовал вот такими вообще красивыми, полумахровыми, огромными цветками. Ужасно он мне нравится. Смотрите, какие тычинки веселые, их как много. Вот, что я хочу о нем сказать. Высота 80 сантиметров, цвет светло-желтый, лимонно-желтый. Что я вот прям вот точно про него поняла, что он быстро разрастается. Я его уже делила. То есть куст поделил на 4 деленки, и вот из одной деленки он снова вырос, и опять вот так хорошо и быстро цветет. Он даже после деления всегда сразу цветет. Он прям беспроблемный. Цветки такие крупные, такой красивой формы. В общем, все мне в нем очень нравится. Вот кто все еще думает, какой бы желтый посадить, вот этот, наверное, все-таки лучше всего. Лимон шифон, прекрасный пион.